Я снова в эфире. Думаю, нет, надо показать. Я привезла сыну икру. Так, ложечка. Кофе у меня уже готов. Сладкий кофе. Просто сказка. Сладкий кофе. Блинчик из красной икры. Я показывала, как у меня видео есть, как я показывала, где я покупала икру. Да, я уже, ага, ушла. Сейчас, я не могу читать, мне надо очки снять. Богато, вкуснота, привет, каждый день икра. Если честно, надоело. Надоело. Царская еда. Дело в том, что грех было не купить, конечно. Дорогущую икру я не стала бы покупать. Я, как сказать, жить эконом. Но когда продают вот такую вот шикарную икру свежего посола, только выловленную буквально месяц назад там, или 2 месяца назад на Аляске, $50 за килограмм, ну просто грех не взять, конечно. Поэтому приветик, Аллочка. Аллочка, слюнки текут. Протрите камеру. Сейчас протру. Секундочку. Прошу прощения, я устроила темную. Как после темной? Нормально? А, где? А, без очков. Ага, и вот какие вкусняшки тоже я... Вот как вот такое можно не есть? Вот как такое можно не есть? Конечно, я попробовала этого немножко, вон сосочки наши, наша лялечка. И как? Икра это просто нямка, да. Все, пошла делать себе икру. Это будет мой то ли обед, то ли завтрак. Но так как уже почти 4 часа, понятное дело, что ну, для себя любимая я, конечно, ничего не жалею. Так что... Кто хочет, откусывайте по кусочку, пожалуйста. Хватит или морда не лопнет? Морда моя. Все, заворачиваем это все. Вот такой блинчик. И эта рука я побила. Вся побитая, как с войны вернулась. Машину закрывала. И так больно. Потом целый день в море купалась. И мне все поразъедало. Поэтому вот вавки такие на руках. Так. Не морда, да, личико. Как быстро выучить английский? У меня есть видео, как выучить английский и похудеть. На ночь такие вкусняшки показывать. И да, девочка, что делать? Все, всем спокойной ночки. Сладких снов. Все. Пока. Так, опять же, где закрываться? А как закрываться? Как? А, вот, нашла. Все, всех люблю, целую. Спокойной ночки. Ну, закрывайся.